Доброе утро. Потрясающее утро. Ого, вижу, кто-то у нас отлично выспался этой ночью. Да уж, выспался. Ты точно зверь на меня бросался. Да ну, скажешь что? Я уже не помню, когда мы это делали дважды за одну ночь. Дважды? Эй, когда он забрался? Я не знаю. Интересно, как он выбрался из кроватки? Да чего же смышленый ребенок? Желаем завтрак. Дважды? Ла-ла-ла-ла-ла. Ну как тут моя красавица-дочь? Все чудесно, а как ты? Все великолепно. Нет. Уважаемый Джим, сегодня полиция Чикаго назвала главного подозреваемого по делу о вчерашнем похищении бриллианта. Это Кэлвин Симс по кличке Спинакс. Дирекс, Дирекс, Дирекс! Ой, отвяжись со своим Дирексом. Что мелешь? Дирекс, 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 Дирекс! Заглохни. Дирекс! Отец, пусть Кэлвин смотрит, что хочет. Уступи, ты взрослый, дай ему посмотреть кассету. Но там идут новости. Мне все равно, что там, папа. Он первый сел к телевизору. Ну вот, придется читать новости. Совсем никакой жизни не стало. Похищен дорогой бриллиант. Съел мой завтрак. О, ну что еще за ерунда? Никакая не ерунда. Он, паршивец, мой завтрак схавал. Пойду в забегаловку, чтобы есть и новости смотреть. Ладно, папа, будь осторожен. Ну, давай мы тебя покормим, малыш. Зайка ты мой голодненький. Надо же, наконец, что-то поесть. Доброе утро. Ой, привет, милый. Здрасте. Сейчас дам завтрак, родной. О, классно. Ау, милая, твой папа окончательно спятил. Ночью выхожу, а он наставил на Кэлвина ружье. Заявил, что тот говорил по телефону. Совсем уже с катушек. Слушай, тут он только что съел полную тарелку и сказал, что все это съел малыш. Может, все же в приют сдать? Нет, Дэрл. Никуда мы его не сдадим.